Казахстане начали празднование 550-летия казахского ханства. В столичном дворце независимости завершилось торжественное собрание с участием президента страны Нурсултана Назарбаева. Глава государства поздравил казахстанцев с юбилейной датой и отметил, что Казахстан всегда будет беречь, приумножать дружбу и доверие с соседями, а также выстраивать взаимоотношения со всеми странами мира. Кроме этого, президент подчеркнул, что необходимо продолжать работу, которая позволит увеличить узнаваемость Казахстана в мировом сообществе. Отпраздновать юбилей казахского ханства прибыли иностранные гости, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев и Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. С их участием сегодня же во второй половине дня состоится 5-й юбилейный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Галым Мухаммед Хайдари, Дулатидің директоры бойынша. По сведениям Мухаммеда Хайдара Дулати, в 1465 году у горы Козабасы произошло историческое событие. Это важное историческое сведение о глубоких корнях нашей государственности. Кирей и Женебек ханы провозгласили в междуречье Шуй-Таласа казахское ханство. Весь народ Алаша поклялся в верности и оставил на Улытау свои родовые знаки. Таким образом, на историческую сцену вышел казахский народ. Необъятная степь стала называться казахской землей.